Выставку «Россия» посетило уже 10 миллионов гостей. Юбилейным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля. Вместе с супругой он получил в подарок сертификат на путешествие в Мурманск. Вы посетите историческое судно, атомный ледокол «Ленин». Будет экскурсия. Вы посетите действующий атомный ледокол и увидите, как управляет движением ледоколов и судов по всему Иркутске. Также семья познакомится с Кольской атомной электростанцией и самим Мурманском. Помимо экскурсионной программы, гостям предоставят проживание и проезд из Ярославля. Хороших вам новостей!